Доброго времени суток, дорогой зритель, на канале It is the Gaming, у нас The Planet Crafter, 23 эпизод, кооп прохождение, здесь для тебя, как всегда, я и... Беликор Чан. Опасненько, опасненько сейчас было. Лучше Чик. Беликор Чик лучше всего. Дорогой зритель, в общем, что произошло? В предыдущем эпизоде я что-то сильно заморочился, забуксовал на тему животных. Очень мне хотелось ускорить этот процесс. И получается, что я колдовал с этими яйцами рыб, что можно взять 100%, разобрать их, вот, добавить... Ашку на Цешку заменить, собрать и 100% минимум сделать 250, иногда выпадает 350, а иногда и 500. Корейский рандом я так и не понял. Я в трех этих инкубаторы, в трех инкубаторах пытался это все дело вывести, очень редко падает 500-ка. У меня, наверное, за час выпала всего одна. И тут в этот момент я забыл, что у нас же идет этап терраформирования, и получается за кадром земноводный, то есть лягушек мы, короче, как бы это... Ну, в общем, здравствуйте, лягушки. Вот, соответственно, давайте посмотрим. Я наколдовал, вот в итоге, видите, 158 грамм в секунду животных. Маловато, но хоть что-то. Вот, Беликор уже бегает суетиться. Так. Как обычно. Да. Ну да, я тут еще... Захотелось мне печатных плат наделать. Вот это моя суета. Вот, видите, насуетил этих 250-х. Пока, если честно, это все дело дальше показывать не особо хочется. Ну, в том плане, а зачем? Вот. Чтобы было. Для вот, потомства. Я хочу, честно вам... Ого, нифига себе я тут суеты навел. Все забито просто, блин. Офигеть, а здесь... О, хоть где-то не забито. Короче, знаете, что я думаю? Я солью пока вот это и вот это, пускай здесь лежит, да? Вот, и чтобы... Скажи, какие у нас эти обновления-то открылись за кадром? Слушай, а я не следил. Я так понял, что меня за кадром поздравили с тем, что... Ой, у вас теперь есть ферма земноводных... Вот. И, кстати, легко делается. Одно удобрение, обыкновенная личинка и бутылка воды. Я так понимаю, вот, животные 500 в секунду, это гораздо круче, чем, ну, эти самые рыбы, да? Вот. Получается, что, иди сюда. Ну, давай штуки 3 сделаем. Я не знаю, ну, как минимум раз, два, три. И три воды. Дайте подумать. У меня же где-то здесь были... Ну... Я тебе напомню, что у нас открылся этот рюкзак нового формата. Ой, блин, это вот кольнул меня сейчас этим Беликор. Да, короче, смотрите, дело в том, что про рюкзак. Если нажать на таб, вы видите, что у меня инвентарь стал больше. Я, как вы знаете, Дашу, путешественницу, люблю включать, и поэтому хожу, брожу тут кругом, и это самое, ну, в общем, мне нужен большой рюкзак. И он говорит, да покажи людям, типа, на этот самый, на, ну, на запись. А, ну вот, рюкзак Т6, ну, просто увеличенный этот инвентарь, ну, типа, можно на верстаке Т2 сделать, там, кварцы, как всегда, самые дорогие элементы, что есть на планете, нужны. Ну, в общем, ничего такого особенного, а я сейчас тогда, пользуясь случаем... Передаешь привет тете из Рюпинска? Нифига себе, редкая личинка. Вот это да, такого я не ожидал. Вы знаете, редкие личинки, это вообще нереально здесь найти. Так, по-моему, я еще, да, вот здесь вот пытался соптимизировать вот этих вот товарищей, видите, да? Они ничего не делают, то есть не добывают, вот это хорошо, пускай работает. Типа, азота дофига, да, как бы азот нужен для производства печатных плат, да, если не ошибаюсь? Ну, блин, ребята, да. В таком объеме, ну вот мы подходим, ну вот он полный. И вот метан, ну что это слушай, такое? Слушай, у меня есть идея. Давай. Идеи есть. Я тогда в шредер мы... пока. А, нет. Вот, да, здесь мы ставим приоритет 2 на азот. Там тоже приоритет 2 ставим. Ну, вот, а в шредере ставим приоритет минус 1. Спрос, метан и минус 1. И
автоматически при наполнении он будет удалять. Ну, да, 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 согласен. Давай посмотрим, будет. Давай, я пока займусь. Так, опять личинка лежит. Ты какая необычная. Необыкновенная. Давай посмотрим, что такое ферма земноводных. Раз, два, ну, типа три. Так, и чё тебе нужно? А, в тебя нужно, собственно, я понял. Сработало. Ну, да, короче, Билли Корыч, красавчик, вопросов нет. Спасибо. Ну, а как еще? Ну, надо ж человека хвалить, он же подумал, он предложил, он все показал, рассказал, буквально. Воплотил. Воплотил вообще. Слушай, я тут, короче, колдов... Мне кажется, или у меня перестала баговаться вот эта вот загрузка вот в этом месте. У меня вечно лагало, поддергивало там. Если победил, потом расскажу, что сделал. Теперь вопрос в другом. Вот есть у нас икра рыбы. А если не победил, не расскажешь? Я включил тройную буферизацию, потому что игра любит работать в режиме вертикальной синхронизации. Точнее, она по умолчанию дефолтная настройка режима вертикальной синхронизации. Вот. И через NVIDIA Profile Inspector я вкорячил ему агрессивный pre-allocation memory. И эта штука могла сработать, но я пока ничего не загадываю, потому что, ну, всякое может быть. Давайте смотреть. Вот. У нас открылся нагреватель Т5. Фитопланктон АБ. Вы знаете, я его тут не особо люблю. Растения, растения. И еще есть ферма земноводных. Давай сделаем ферму земноводных. Да я три штуки сделал только что. Ну, ты как да? не да? следишь за это самым. Но я это зря сделал. Я, блин, поспешил. Как говорится, людей насмешил. А где ты здесь сделал их, поставил? А, где-то тут? Ну, рядом с фермой. С фермой чего? Да вот, блин, ну чё ты... При тебе ты тут летал, вот она, ферма земноводных. Но мне туда положить нечего, понимаешь, в общем проблема. Я немножко же говорю, тупанул. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я немножко... Не вывожу, да. Ой, блин, я не ту кнопку нажал, сейчас чуть не произошла беда вообще. Слушай, не вижу, где ты сделал, рядом с фермой. Да ты чё, блин, гонишь, что ли? Ну вот, три штуки. Или ты думаешь, у тебя ферма 4 на 3 стала? У тебя ферма 3 на 3 была, вот три штуки сделал. Куда ты полетел? Это внутри, что ли? Да на улице, ну ты чё, гонишь? А, вот, всё. Ну ты, батенька, бахаешь. Я же говорю, вот сюда положить нечего. Видишь, тут нужна вот такая вот финтифлюшина, а у нас, как бы, ну, нету её. Не финтифлюшина. А да, кстати, даже если просто посмотреть, мы это... Подожди, а здесь ничего такого сделать мы не можем случайно? Давай смотри, кварц я научился делать, ткани, это все хорошо, мутаген 1, 2, 3... А, подожди, а чё я базарю, блин? А мутаген 4... Чё, отменяли, что ли? А я что, у меня он есть. Подожди, а если с четвертого мутагена? Сейчас я буду делать этот самый, как его, эксперименты ставить. У нас, вы видите, да, здесь у нас нету икра рыбы. А что, если я возьму сюда... Блин, лягушка, вот из чего она может быть, блин, сделана, а? Понятно, что мутаген 4 нужен. Скорее всего, удобрение тоже нужно, да? А может, ну, типа, образец бактерий воткнуть? Ну, хрен его знает, исследуй. Не найдено. Хорошо. Необычную личинку? Да хрен знает. Я на корейском рандоме просто это все делаю. Ой, блин, зря я это, наверное. А, ну расскажи про корейский рандом-то. Расскажи. Да просто наобум все вшарашиваешь, кнопку нажимаешь, а вот что-нибудь сработает. То есть вот эта часть. Вот давайте так, вот у нас три компонента в ДНК-манипуляторе. Вот 100% мутаген Т4 нужен. Можно использовать для создания лягушек в инкубаторе. Нужен, по-любе. Насчет удобрения первого, второго или еще какого-нибудь, да, это вопрос.
видите, фитопланктоны – это рыбы. Рыбы. Рыбы хорошо, но нам они сейчас не нужны. Соответственно, нужно походить и подумать, где взять аналог. Ну, если они вон там должны, да, вот я вот показываю, где они должны эти появляться лягухи. Может, здесь что есть? Лягушка. Вот она, обычная лягушачья икра. А я вам что говорил? И вот они, два жабака сидят. Вот они. Круто. Нашел, да? Ну, они цвета такого, что они сливаются. Ну, короче, вот одну фигню я нашел. А это что? Ух, нифига, какая красивая бабочка. Тут вообще просто, я так смотрю, как все преображается, это просто, это что-то с чем-то. А ну давай, будет затуп, не будет затуп. Ну, пока не было. Получается, я просто смотрю, даже у всех стримеров в этом месте тупит, подтормаживает, подвисает, лагает, короче. Ну что, ну я должен попасть. И я попал, ху-ху, я же говорил, ха-ха-ха. Сделал лучше? Я в ДНК-манипуляторе придумал, как это сделать, понимаешь, придумал, и оно делается. А самое главное, что у нас есть, как я его обозвал, тот, который на составные части разделяет, конструктор, да, этот, деконструктор. Утилизатор, по-моему. Да, утилизатор. Есть манипулятор. И ты можешь постоянно баловаться, пересоздавать просто вот в лед. То есть, вот к примеру, да, вот они сотки, про которые я вам говорил, да. Ну, типа, нафиг они нам нужны, вот скажите, вот нафиг они нам нужны. Вот просто так вот подходишь, и чик, полетели, чик, полетели. И просто нафиг вот эти сотки не нужны абсолютно. Это антинаучно. И вот просто вот бесплатно посмотрите, сколько ништяков. Просто вот. Это просто очешуеть. Вот. Все собрали. И отсортируем. Посмотрите, какая красота. Мутагена Т3, халява просто. Его там задолбишься делать. Удобрение, халява просто. Фитопланктон, который по большому счету, ну, как-то... Ну, ашка вообще не нужна, поэтому... Рыбки. Мои рыбки, вот 350 и 500. Так, это что-то летит или... Да, это к нам летят. Нам летят подарки. Да, нехило летят. Я на его нафиг. В окошко лучше буду смотреть. Я в окошке. Падает капитально. Вода упала, но при этом... Ну, какого-то там... Добычи нет. Да, такое здесь бывает в последнее время. Ладно, у меня важные. О, лягушка сидит. Давайте узнаем, что за лягушка. Икра лягушки Айолус. Покажи, где ты его. Мне тоже интересно. А вот вопрос. 250, да? А если пересобрать побольше даст? Алло. Я столько не просил. Вы что так много тут сыпите? Всякой всячины. Бедные дроны офигели аж от такого. Ну вот опять, да, вот казалось бы насыпало. А тут пусто. Просто пусто. Ты подойдешь ко мне? Да. Короче, вот смотри. Если ты карту откроешь, то ты увидишь меня с фонариком. Карту открыть, увидеть тебя с фонариком.
Нет, не вижу тебя с фонариком. Короче, смотри, наша основная база налево на 9 часов. О, икра лягушки Хьюли. То есть, видите, да? Я сейчас только что сделал лягушку, сам придумал, а мне рецепт только сейчас дали, как его делать. А, да. То есть в этих маленьких водоемчиках, что ли? В этих маленьких водоемчиках. Вот сидят жабы. И вот здесь вот очень часто просто лежат вот эти вот... Вон. А, то есть вот так теперь надо смотреть. Необычная понятно. Личинка, обычная. И в связи с чем... О, личинка лежала и исчезла. Ха-ха, прикольно. Она устала ждать. О, редкая, нифига себе. О, смотри, что тут есть. Где ты? Где обычная лягушья. Ну, вот тут дальше прилетел. И выпить можно. Отобрал этот и выпил. А дальше это ты куда просто? Я пропустил момент. Мимо Иридиевой пещеры, ага. В сторону корабля. Угу, я понял, все хорошо. Лечу. Ну, я тебя несу. Я просто... Ты мимо меня такой пролетел, я тебе, говорит, несу. Я тебя не видел. Я не знаю, этого. Возможно, сетевая тут несвязанность. Как вы думаете, видит он меня, нет? Вот сейчас не вижу тебя. Знаешь, почему ты не видишь? Потому что тебя тут нету. Потому что я на 6 часов, я просто за тобой. О, спасибо. Что это? Обычная? Не буду тебе... Обычная. О, смотри, а я нашел... Подожди, я нашел. Я сделал игру «Икра лягушки Айолус» 250%, а ты мне нашел обычная лягушачья икра, коэффициент животных 100. Поэтому пойдемте посмотрим, что из этого может выйти. И, а, не пролагало, значит, не сработала тема. Жалко. И пусть у тебя хоть 24 гига видеопамяти. И в этой игре, ну, как бы, глубоко, как вы понимаете. Ей глубоко. Так, обычная... Хотя, подожди. Обычная... Это готовая... Подожди, это же готовая получается. Ты мне нашел готовую. Это вот то, о чем я говорю. Ребята, находим готовую с коэффициентом 100. Не верим никому. Просто берем вот так вот и разбираем. Ах ты, скотина, ты такая. Из фитопланктона С она делается. Сотка. Ах ты, зараза. Так, подожди, я отсюда пришел сюда. Ба-дам. Так, сейчас, давай смотреть. Ага, Хьюли делать из обычачей и добавить еще мутагена Т4. Что-то мне это напоминает. Так, я сейчас сдохну, да, если не поем, я этот момент немножечко. То есть у нас была обычная, а я взял дурак, ее разобрал. И она уже состоит из мутагена Т4. Да? Но вот это то, что я сделал, это прямо кайф. Угу. Ладно, хорошо, я косякнул, поехали. То есть собираем назад сотку. Ладно. Ну, я принимаю. Тогда, чтобы не откладывать в долгий ящик, я подхожу сюда. У нас же мутаген Т2 нигде не делается. Ой, просто мутаген. О, ни хрена себе, сколько лягушек стало. А погладить можно лягушечку, чтобы она что-нибудь дала? Лягушка. Ой, смотри, она там типа языком что-то делает. Ха-ха, классно, смотри, лягушек сколько. Лягушатина. Ты кого ешь? Опа, здрасте. Здрасте. Обыкновенно. Все. Я на страже. Вот так вот мы просто взяли и... опростоволосились. И что, это получается, мои эксперименты тоже на паузу встали или идут? И ДНК-манипулятор отменил вообще все манипуляции, ты прикинь. А почему фитопланктон С? Блин, а что я до этого тогда нашел?
А у нас хватит на ядерный реактор еще один? Этот плазменный реактор. А, подожди, у нас новый реактор какой-то есть? Да давно уже. Я забыл. Ядерный реактор Т2, термоядерный реактор вижу. Термоядерный? Угу. Данкишон. Ну, суперсплав есть, пульсирующий кварц, я просто произвожу. А теперь посчитать. 5 пульсирующих кварцев, это на 25 умножить, это сколько денег вообще-то теперь стоит, понимаешь? Я уже смотрю на это все с точки зрения бабок. И да, ребята, по-моему, я не показал это на видео, но за кадром я собрал 25 этих термоядерных ячеек. Я отправил, и 2000 кредитов я получил. Как видите, вот 8400 сейчас есть. Так, ладно, поехали. Исследуем. Чего не найдено? Ты чё гонишь? Ты мне только что это всё... Вот, возможно, это типа, если не открыли, то... Не дадим тебе это показывать. Прикинь, ты мне выдал вот сотку. Я ее разобрал, а она не дает мне назад это все собрать. Ну я же говорю. Твою мать. Пока не откроешь. А что я тогда до этого нашел? Так, подожди, надо, короче, с лягушками пойти пообщаться. Мне надо вообще, в принципе, поискать эти вот запруды. Их, в принципе, с карты видно, да? Слушай, у нас есть такая штука, как маяк. Есть такая. Помогает вам ориентироваться. Мы его ни разу не строили. Ни разу не строили. Я посмотрел, как это выглядит. Шляпа вообще та. Я тебе честно скажу. Да. Лягухи, вот вы сидите. Почему не производим биоматериал, а? Почему это вот? Не поднимаем наших лягушачьих Алешек и... Не Алешек. И не только, да. Плохо. Плохо, лягушки. Плохо стараетесь. Так, а мы плату, по-моему, где-то производим. Это, короче, у тебя просто будет бельмо в глазу. Какого цвета ты выберешь, оно будет светиться тебе, типа, вот, через всю карту. А. Вот в этом весь смысл. Так, а здесь почему халтурим, а? Почему халтурим, спрашивают. То есть, обыкновенная личинка есть? А вот эта шляпа, которую я теперь не могу сделать, нет. Хотя, подожди, она же до этого, по-моему, собиралась. А после того, как закончилась электроэнергия, она перестала. То есть это баганулось из-за электрички. Да. Ты где мне еще этих термобабочек? Бабочка люкс 500. Интересно, если попробовать им эту бабочку золотую, которая 1500, просто взять и отправить, дадут бабок за нее или нет? Дадут, наверное, почему нет? Да. Ну, потому что она... Не, ну, денег стоит. Не объявлена у нее ценность, почему она денег стоит. Она не стоит ничего. Если бы она что-то стоила, я бы не спрашивал, понимаешь? Тут от обратного как бы вся ситуация. Так, товарищи лягушки. О, обычная лягушачья чё? Икра. Вот. Тогда чё, займусь пока теплом? Подожди, подожди. А я сделал хитрость, получается. То есть я взял обычную лягушачью икру, которую сразу можно воткнуть вот в это вот. И я на нее применил мутаген 4, еще и удобрение подкинул. И поэтому я получил не 150%, как нам сейчас дают, а 250%. Слушай, я не знаю, как у меня так получается. С первого раза я нахожу какую-то такую неведомую дичь, а потом забываю, как я ее делал. Вот как это? Ну, а. Все, бывает. То есть ты понял, так, ты мне принес, это. Да, вот сотку обычную, и я сейчас из нее сделаю красоту. То есть вот эта вот лепута делаться не хочет, да, совпадение не найдено, хотя оно должно создать обычную сотку, но типа
ты это самое, извини, остаешься неудел. Я беру фитопланктон С, меняю на обычную сотку и тыкаю исследовать. И оно пошло. А вот теперь вы спрашиваете, а что не так? А потому что вот здесь икра лягушки Хьюли — это обычная сотка и мутаген Т4, и это 150. А если добавить удобрение, уже 250 получается. А мы это еще не открыли. Тогда у меня вопрос. У лягушек мутаген Т2, да, и Т3. Ну вот, у икры рыбы. А что, если я к икре рыбы добавлю мутаген и удобрение, также по аналогии как с лягушками? У меня получится более крутая эта икра на выходе или нет? Звучит как эксперимент. Блин, звучит крышесносно, и мне уже, по-моему... Вот, смотрите, мы берем 250-ку, мы берем мутаген третий, мы берем удобрение, да? Ну, то есть это первый эксперимент. Блин, я сотку всю уничтожил. Ну да ладно, вот подошли. И давай. Чик-чик-чик. Исследовать. Совпадений не найдено. Не найдено. А вот просто вот вдвоем тоже не найдено. А просто... А что сейчас произошло? А, чё, блин, такой звук, как будто я съел удобрения, хотя я их не ел. А если мы их просто удобрим? А. Может, это с соткой работает, а? Наверное, ну, не, подожди, может, на редких тоже, конечно, работает. Ну, должно, по крайней мере. Чё ты не работаешь так? Блин, думаю. Возможно, удобрение и мутаген Т3 не подходит, да? Давай попробуем тогда с другим. Мы возьмем удобрение второе и мутаген второй. Вот, 2-2 сделаем. Нет, ну, естественно, сначала сделаем 1-2. Мы так не делали, да? Ага, слишком быстро просто пропадает. А теперь вот это меняем на двойку. И сделаем 2-2. Совпадение на... Меняем на тройку с двойкой. Все, нет, эта тема не сработала. От слова совсем. То есть не канает. Не канает, к сожалению. День рождения. День рождения не канает. Потом. Сейчас вот это вот так сделаем. Это... А, типа... типа, дорогой, ты слишком много хочешь. Ну, да, да, да. О, блин. Чё-то... Не хватало мне удобрений первых в той серии, а тут что-то вдруг... И вот мы опять получаем икра лягушки Aiolus 250%. И вы помните, это был мутаген... четвертый, да, и этот самое удобрение. Да, у нас есть удобрение 2, еще можно со второй попробовать, но я пока еще лягушек выращу. Лягухи, лягухи, работаем, лягухи. Ну вот животные, плюс 1,25 килограммов в секунду. Классно. Неплохо. То есть получается 2,5 килограмма в секунду. Я добавил у животных. Так, пойду спрашивать с молодой семьи, как государство. Так, молодая семья, где? Почему зазря живем? Где приплод? А? 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 Негодяи. Child free, что ли, а? Нам таких не надо. Та-та-та. Ну, надо еще найти лягушку и провести эксперимент. Так, вы тут... Эй, Child Free очередные, вы тут ничего, нет? Нет. Ну, зараза. Жалко, что я не могу самостоятельно сделать. Или могу, просто забаговалось. Просто оно мне явно дало понять в том манипуляторе, что оно ничего делаться не будет. Хотя разобралось именно на эти компоненты. То есть это тот редкий случай, когда на компоненты разобралась, а собраться назад не может. И это печально. А еще я вообще на эту серию, знаешь что, я запланировал
небольшие путешествия. Так, здравствуйте, а что здесь у нас? Почему небольшие? А так не надо. Сейчас, подожди, тут ситуация неправильная была. Сейчас, сколько их тут? Один. Что-то я не понял. А ты у нас? Кремний. Вот так делать не надо. Железо. Кремний. Так, давай, титан, кобальт, титан. Угу. Кобальт, титан. Так, этот немножечко поправил. Так, мне нужно еще лягушатинка. Лягушатинка, ты где? Алло, молодые семьи. Под камушком нету. Я не понял, вы чего? Вы где? Вы где все? Нету лягушатинки. Мне надо еще одну, я хочу провести эксперимент. У меня есть. Сейчас. Так я улетел искать. Я просто ленюсь карту включить и посмотреть. Мало ли. На карте видно. Но если ты нашел, я тогда возвращаюсь, потому что, ну, я не нашел. Я просто не учил места дислокации лягушек. Потому что оно какое-то такое все хаотичное. Или это в старых местах, после того, как я их поругал, они сделали свое дело? Я там ходил просто на этот путешествие, там нашел. Ты ходил в путешествие. Так, а это у нас тепло, да? Угу. Ладно. А, блин. Бабочка. Я хочу попробовать их. Что с ними сделать? Или, блин, они по одной дают? Я что-то понять не могу. Просто я тут этих двух товарищей как-то запомнил. Они по одной, по-моему, дают. Типа и все? Ну вот я одну взял и разобрал, и чё, всё, я дурак, типа. Я больше не соберу. Так, давайте её положить. А ты где, просто скажи? О, я вижу, ты залетаешь это. Да просто там на пол кинь, я сейчас подойду. Подберу. Вот так вот, да, ценный биологический материал. Да какой там ценный, сейчас всё сделаем. Всё, спасибо, забрал. Так, поехали. Мысль, значит, следующая. Мы берём обычную... Кобычка, мы удобрение 2 и мутаген 4. Но прежде чем, я хочу вообще лютую дичь. 2 мутагена. Поехали. Рамка для рыбы очень надо, да, конечно. Давай удобрение 2 и поехали, как с добрым утром. Да как так не найдено, а? Ты прикинь, второе удобрение вообще что-то как-то это. О, слушай, лягушки прям на этом появились. Я ж тебе о чем говорил. Так может быть их надо подальше от... Да они фермы. Ничего не делают, они тут так тоже не канают. Давай вторым. Ну они пчел могут кушать. Ну, слушай, если вдруг получится так, что это как-то связаны между собой события, ну будем принимать меры, а пока я что-то... Не вижу. Ну, то есть, нифига, да, вот, то есть, моя вот эта первоначальная тема прокатила на удивление, да, и все.
Так пошло. Ну, давай наверх. Здесь что? Так было так. Так. Удобрение второе. Не прохавал, да? Тоже нужно первое. Ну давайте первое выдадим. Первое. Ну, собери мне назад это все. Ну как это не найдено? Дурак, что ли? Ну не так же было. То может я уже туплю как бы. А может это я тупой, и это вообще было тупо вот так? Нет, совпадений не найдено. Там три лежало. Я еще удивился, что фитопланктон появился. Типа как же он, типа для рыб? Походу, либо я что-то намудрил и надо еще разочек, но вот это точно так. А может два Т4 мутагена и одна это? Сейчас будем экспериментировать. Ой. Два Т4 мутагена. Что здесь? Ага, сейчас заодно больше лягушек сделаем. Так, и еще один 25. Короче, 3 килограмма лягушек в секунду. Звучит забавно, да? Так, поехали. Два мутагена. Одно удобрение. Нифига, два и удобрение два. Нифига. А в чем разница между удобрением 1 и 2? Вот интересно. Мутагена и фитопланктон С. Зараза. Я точно помню, что вот это было. Вот это и вот это. Теперь он говорит, что просто совпадение не найдено. Ну и ладно. Ну не нашел и не нашел. Так, ладненько. Ладненько. Раз я молодец и все это сделал, это сюда положим. Тогда нужно... Нужно что? Воды попить и идти в приключения, да? Да. Ну да. Даже. А я не понял, а где мои эти ядерные реакторы, которые я делал? А, или они здесь остались? А, они здесь остались. Это не реакторное дело, а те ячейки? Ну да, термоядерные ячейки. Ну чё ты, я их в разные, короче, скину. Но, не все. Я штуки... Ну три, ладно, положу с собой. Вот, воды попил. Не попил. Сейчас надо попить воды. И, значит, смотри. У меня такое есть ощущение, что мы не долутали... Первое место, где мы открыли ядерный реактор. Ну, не знаю, есть какое-то у меня такое подозрение. Поэтому я быстренько туда смотаюсь и посмотрю. Потому что мы явно там оставляли кучу всего. Типа с целью вернуться попозже. А у нас ракеты вообще летают? Потому что я сейчас смотрю, ткань заполнена. По-моему, я отключил. Ну ты про автоматизацию, да, ту, которую, да, я вот это вот делал. Да. Так, давай это все забрали. Разобрали. Так, здесь отпылесосили. А где же еще открылось-то? Где еще открылось? Я забыл. Вот здесь? Да, вот здесь. Здесь ничего, тут тоже ничего. Ну, здесь так это неплохо мы отпылесосили. Тут вообще ничего нет. И открыть большой сейф. Да ладно, вообще ничего нету. То есть все, я допылесосил, получается, последнее. Чё-то мне казалось, что тут... Внимание, голод. Да врёшь ты все. Чё-то мне казалось, что тут так много всего мы еще
не собрали. А, и он его держит. Вот если бы можно назад дернуть, типа, я все у тебя забрал, закрывай. Ну ладно, это была только первая часть марлезонского балета, поэтому это, ну, как бы не страшно. Вот еще здесь проверим, не открылось. Нет, ничего не открылось. В общем, скучно здесь. Может, здесь что открылось? Нет, тоже ничего не открылось. Печатные платы какие валяются, ничего не валяется. Ладно, сейчас быстренько забегаю сюда. Вот у нас есть шкафчики, типа железо мне не надо. Короче, я тупо все скинул, и мы направляемся в очередное приключение. Это было, ну, как бы, скажем так, второстепенная часть сюжета. А сейчас летим в сторону первоначального сюжета. Основного. Там, где мы не были. Сейчас еще этих лягушатин проверим. Не, лягухи, ну вы, короче, не правы. Мало они делают. Все. Не стараются они для экосистемы, ты понимаешь? Может быть, в этом как какой-то скрытый смысл, там, не знаю. А, это еще сакрально, скажи. А если я вам вот так буду делать, вы будете? Нет, не будут, ладно. Ну, я уже не знаю, как их это сподвигнуть. С другой стороны, там что, 3 килограмма... 3,75, да? Если быть точным. Уф, сейчас будет очень интересно. Как бы сбор этих личинок автоматизировать? Да, автоматизировать-то можно, но... А как? Ну, как? Только не говори каким-то местом кверху. Ну, нет. Тут дело в том, что смотри, про автоматизацию личинок... Ты имеешь в виду те, которые ползают, что ли? Да, да, да. Если есть у дрона возможность, типа, указать, что давай собирай мне их, ну, спрос сделать, тогда можно. Так, короче, надо наконец-таки уже разобрать, чтобы оно в глаза лишний раз не бросалось. Так, ну тут, по-моему, все, да, мы залутали. У меня тут просто это лутальня капитальная, поэтому нужно капитально тут все просмотреть. Ну, пока. Семена надо забрать, чтобы они тут не лежали. Ну да, я уже почти под завязочку. Открыли, чик. Ага, разобрали. Поели. Подошли посмотреть. Посмотрели, разобрали. Смотрим дальше. Что-нибудь еще здесь можно разобрать? Не, вроде бы все, да? Собрали. Ты все там про пылесосили? Два раза смотрел. Не-не-не, я же на другом. Я в песках. А, в том большом, который... Короче, я в песках. Тут, короче, вниз... палуба вниз, где эти товарищи живут. Ну, работники. Там все. Так, железо. Мини. А вот это все, вот это. А, тут уже все подзабитенько, да? А у тебя что? У тебя есть место. Тут даже не знаю. Пускай будет. Так, ладно, сейчас быстренько из лужи попью и идем дальше. Потому что это мы только нижний этаж отлутали.
сейчас проверяем, да? Это вниз, все. Это вниз, теперь идем сюда. Здесь самое интересное. Закрыто, закрыто, открыто. Закрыто, понятно, откроется. Здесь я в корабле, откуда здесь песчаная буря слышно? Не должно быть здесь слышно. Так, здесь все от пескостро... Че? А, взобраться. Тьфу, блин. Здесь были эти семена, я помню, те в кубышках. Так, здесь все, все. Значит, второй этаж, вот это вот основная наша миссия. Как вы поняли, я хочу подойти и поставить сюда вот это. И вы услышали, как сделал пшик, а значит, что-то открылось. А можно его забрать? Блин, да ладно. Слушай, тут прикол в том, что этот ядерный, как его зовут, можно забрать. Ну, то есть, он локается не сразу. Я что-то как-то не обратил внимания. Ну ладно, я один фиг их делаю, а мне ж надо понимать, куда я иду. Типа, ну схавал он его, ну схавал, а чё? А куда деваться? Смотри, чё? Oh my gosh. Ты знаешь, что я нашел? Предохранитель оптимизации производства, а он стоит 5000 тера-токенов. Ну, тут две печатные платы. Вообще, как бы, здесь, если честно, вот если прям по чесноку, ну, слабовато. Ну, вот это все, ну, что, ну, пульсирующий кварц, одна штука. Ну, что, удобрения, я их уже это, собираю так, нехотя. Мне их дофига, потому что можно разобрать все. Так, ну, этот отсек такой себе. То есть, если вдвоем играть, ты понял, если ты пошел со мной, ты бы встал сюда, я бы вставил эту фигню, дверь открылась, и ты бы прошел. Я бы ее вытащил, ты бы там залутал, вот, и говоришь, выпусти меня. Я вставляю, ты выходишь, я забираю, оно закрывается. Ну, короче, такой вариант сам, понимаешь. Ну, что здесь у нас еще? Ну, два пульсирующих кварца. Ну, не настолько, чтобы это прям стоило того, чтобы... Вот, прям не настолько... Ой, не те кнопки. Ну, вот это уже интересно. Только подождите-ка. Дайте подумать. Три штуки могу, да, разобрать? Раз, два, три. Четвертый нет, а здесь могу посмотреть. Оули моули. Рыбоводческое хозяйство. Это интересно, да. Это интересно. Итак. Я не знаю, я сейчас возьму тут что-нибудь положу. Опачки. И я нашел кое-что, чего мне прям не хватало. Итак, смотри, что сейчас будет. Хорошо. 1500. Еще 500. Еще соточка. Еще соточка. Еще 1000. Еще 500. 100. И последняя соточка. Итого в банке 12 тысяч. А теперь смотри. То, о чем я тебе говорил. То, чего я прям реально ждал. То есть то, чего мне прям вот нужно было. А ты вообще меня слышишь, нет? А то я разговариваю, а в ответ... А ты меня не слышишь, что ли? Я вообще ни слова не слышал. Я просто... Тихо сам с собой, как дурак, разговариваю. А я не понял, у тебя ты выключал микрофон, что ли, или что, или как? Да, чихал тут. А-а-а.
Видимо, не включился. Да, короче, смотри, я нашел предохранитель оптимизации энергии. 6000. Нет. Энергии. 6000 тератокенов. И до этого я нашел предохранитель оптимизации производства, который 5000 стоит. И их тут целых 2 штуки. Энергии нам нужно для этого. Забыл, как его называется. Да, мы его можем поставить для этих ядерных генераторов, ну, типа термоядерных этих, или какие они там. Нужно это устройство построить. А, порталы, что ли? Да. А там же их 2 штуки надо было, да? Ну, да. А вот я их как раз 2 штуки и нашел. Так, ну, ладно. Мне нужно теперь понимание. Видео приключения. Да-да-да. Приключения. Мне нужно понимание, что мне нужно забрать отсюда. Образец бактерии. Ну, можно, кстати, и продать. Слушай, может еще этих наделать? Как его зовут? Ты мне скажи, циолит нам нужен? Циолит? Да нет. Семена 400-ки нужны? Нет. Пестера? Нет. Ну и, собственно, эти картриджи азотные я тоже брать не буду. Так, ладно. Тогда я могу себе позволить вот это сделать. Ну вот, чудесно. И еще как бы 5 слотов есть, но я не хочу брать ничего тут. Что, ну, все это у нас есть, но вот, вот эти вещи, это просто на вес золота. Это прям имба. Почему нельзя забрать потом, а? А, типа позже, потому что я не один играю, да? Ой, ну типа, блин, ну она стоит 80 этих, да, денег. А мне тут только что больше 12 тысяч насыпало. Поэтому, ну что-то как-то грех, да, жаловаться? Да. Ну вот что-то как-то прям вот не по-пацански. Я вот единственное, не знаю, что-нибудь еще тут нового открылось. А, вот, смотри, еще одно место открылось. И как раз печатная плата, печатная плата. И 3 места у меня есть, поэтому печатная плата, печатная плата. Хотя я их и так умею делать, но... Не, ну конечно же я пульсирующий кварц тогда возьму. Потому что я охренел настолько, что мне уже... Блин, а я что-то думал... А, во, у меня вода есть. Бум. Зачем я с собой, правда, взял? У тебя там около входа стоит этот... перевалочный пункт. Ты можешь там в ящике все сгрузить, его разберут. А я так и сделал. Ты мне скажи, урановый стержень или литиевый стержень? Одно место есть просто. Не, ну конечно я могу вот так сделать и взять, допустим, 2 урановых. Короче, я тут... Или от нефиг делать, выпить еще воды, или нет, вообще просто оставить воду и взять вот так. И ты сказал, типа, обсидиан хорошо, но зачем лучше взять этот вот. И удобрение Т2 мне пока не надо. Образец бактерий я вот тупо продам. То есть, ладно, получается, это открылось, но я тут чуть-чуть не долутал. Ну, ничего, там не особо что-то нужное. Не, ну это понятно. А здесь ничего нового не открылось. Могло тут что-то новое открыться? Новое, новое. Есть тут что-то новое? Ничего нету. Ну просто мало ли. Не было, не было. Тут бац и появилось. Тяжелые отсеки. У нас ботиночков не появилось. Но нового уровня, чтобы побыстрее передвигаться. Ну или вообще что-нибудь пока делать. Пока нет. Так, я, короче, полетел с добычей. Вот так вот мы сходили в путешествие.
Слушай, я знаешь, почему я выключил этот самый доставку? Потому что там нужна была ткань, и мне приходилось, точнее не ткань, а шелк вот этот вот, и мне приходилось обратный процесс, короче, запускать. Ну, в общем, ты понял. Так можно было просто этот, как сказать, обыкновенное, необычное. Короче, сейчас оно вот это полетело. Так, а я возвращаюсь необыкновенная. Тра-ля-ля. Так, а, теперь так давайте еще смотреть. Иридий. Иридий. Есть такая буква в этом слове. Что по поводу плат? На вот гора плат. Мне нравится. Кварц, ни хрена себе, сколько у нас его. Еще чуть-чуть и 80 будет. Так-то. Так, уран. Вот с урановым... Что, кстати, по поводу создания второй ракеты, которую ты хотел? Да что ж ты мне... Да что ж ты мне ее так ей прям... подожди, суперсплав. А это куда? Это же осмий, да? Это осмий. Давай, давай сейчас я разгружусь и подумаем. Обсидиан целит? А, ну да, целит-то у нас тут дофига. О, обсидиан вообще полный. Вообще нафиг не нужен. Ну, получается, я утрирую это все, конечно. Ну, мне кажется, он дальше потребуется. Да, потребуется, потребуется. Не то самое, не переживай. Кремний, почему не летает кремний, когда он там есть? Титан, железо полный. И в разное я скидываю эту красоту. Предохранитель оптимизации энергии. Короче, смотри, можно воткнуть его, и у нас станет в полтора раза больше энергии. А, нет, мы же хотели сделать... Блинский, я вспомнил. Порталы, порталы. А там их два, два... Так, это что получается? Сейчас две печатные платы я беру. Это супер... Блин, суперсплава нету. Очень жестко нужен. Прям вообще максимальный приоритет. Это суперсплав. Со суперсплавом у нас проблема. Потому что мне нужен стержень из суперсплава. Обернись. Мне не стать без твоей... А, мне спасибо. Да. Я тогда сюда это все скину. Ну что, дроны пока вот это сделают. То есть ты... Фу, я уже думал, ты мою эту богадельную тут это... Все, моя богадельная на месте. А вот кварц у нас не делается, между прочим. Наверное, ему опять метана не хватает. Опа, метана до хрена, а азота и азота до хрена, а воздух и воздуха до хрена. Так и я не понял. Товарищ, этот, ты... Целита дохренища. Просто дохренища. Осмий надо проверить. Уран, наверное. Урана нету, да? Осмий есть? Осмий есть. О, лирму можно делать. О, даже дрон уже несет. Что у нас по поводу урана? А, ну-ка. Да. А где максимальный приоритет? Алло, блин. Дроны, вы охренели? Не, ну серьезно. Или слушай, или предложение тоже нужно делать. Там же приоритет есть. А... Да нет, нет, мне кажется, нет. Слушай, а можно я просто возьму два урановых стержня и расхреначу их? Ну, пускай делаются этот красные кристаллики. Вкусные, дорогие. Хорошо, ты не против? Хорошо. Все ну, равно... Они уже заполнены почти. Вот я поэтому же говорю. Дай мне их заполнить. Тут
просто, у меня сейчас сам засвечусь от такого количества урана. О, один вообще застрял. А, прикинь, не берется. Внутри застрял. А, все, не, нормально. Обернись. Мне не встать без твоей руки. Я тут как бы смысл тут в чем? Я хочу скинуть вот так уран. А ты будешь строить эту ферму для? Так я ж чего? Мне не хватает только одного. Как ты думаешь, чего? Урана. Микрочип компас мне не хватает, поэтому я жертвую опять свой. А теперь, дорогой друг, давай подумаем, куда мы поставим это все. Давай подумаем. Вообще, что это такое? Зачем оно нам нужно и как это работает? Подожди. Позволяет добраться до отдаленных разбитых кораблей и найти уникальные предметы. То есть это такие порталы, куда, видимо, нужно ходить лутать. И если я не ошибаюсь, то вот эта фигня нам принесет огромное количество вот этих вот предохранителей оптимизации энергии. Я просто на это надеюсь, потому что они в кораблях. Я мечтаю об этом, что это было так. И по идее мы тогда можем вообще бабла тут нехило сделать. Тогда скажи мне, куда? Ну, давай я вот просто сюда рядышком пристрою. Ну, типа, вот. Ну, смотри сам. А чё она? А, она типа ни хрена себе какая огромная, да? Ну а чё ты, ну? И чё ты тупишь, ну? Говорю, ну присобачься рядом. Не, прикинь. Ой, не хочет. Ну давай тогда, где дроны? Да вот поставь-то её на стартовой площадке все. Тут надо переделывать, потому что тут, как ты сказал, давай сделаем две лоб в лоб. Это правильно. Ну, то есть... Ну, вот сюда, вот сюда, вот, вот сюда, вот сюда поставь. Вот тут. Вот так? Я не вижу, поэтому... Да я тоже не могу понять, а с какой стороны заход сделать? Вот так... Короче, вот так пускай будет. Воу, distant Rex! Ха-ха! А, и чё там? Воу, как красиво. Сканируйте, чтобы найти обломки вдалеке. Сканирование. Ни хрена себе! Угу, редкая сложность. Требуемые материалы? Я не понял тему требуемых материалов. Это типа сюда нужно положить, что ли? Да, да, заполнить. А, и тогда он откроет портал и куда-то нас переместит. Да, куда класть-то? Куда класть? Класть куда? Не, не работает! Может сюда? Сюда. А куда класть-то? Снизу ничего нету? Не знаю, что-то ничего не вижу. Лягушку вижу. Она смотрит на меня, я на нее. У нее такой вид, как будто если я лизну, тут у меня начнутся галлюцинации. Ну я не знаю. Она какая-то... Ого, их тут сколько. Они такие шкодные. Так можно просто с собой надо... А, наверное, в ID надо ткнуть. Нет, нифига. Давай просто с собой... вдвоем можно сразу пойти? Ну, быстро воды попить. Вам нужно вернуться через портал, чтобы сохранить выбранную добычу. Фига себе. Обломки разбитых кораблей содержат уникальную добычу. Ну, корабли, мне кажется, оставить на следующий раз. Ну, это что-то явное. Надо идти с пустыми руками. На всякий случай одну бутылку воды там с собой взять. Ну, еды точно надо брать с собой. Ну просто, ну, да. Типа нафига вот это вот мне все. И что у нас тут происходит? О, мне ачивку дали. За какое? Рек этот. Create distance этот. Так, грибы, кремний, вода. Ага, эта штуковина здесь делается. Короче, можно вот так сделать вот это все.
ты предлагаешь на сегодня финалиться, потому что мы сходили в приключения, точнее, я сходил, и мы сделали что-то невероятное, да? Да. Да. Ёлки-палки, ну... Невероятное и необъяснимое. Не говори. Ладно, дорогие, самые-самые... О, бабло прилетело. О, кварца! Нифига себе, они... Стой. Не надо больше делать кварц. Что-то у нас его кварца настолько дохрена, что у нас пульсирующего кварца, которого вечно не хватало, у нас просто его нереальное количество сейчас с собой. В смысле, сделано. Что оно уже не влазит даже. И, короче, я пока не забираю. Пускай. А вот платы. Платы. Предложение. А что я не сделал предложение? А где платы? Быстро платы и финалимся. Платы. И платы. Спрос на платы. Все. О! Ща. Пускай платы делаются. Ладно. Наше любимое место. В котором 65 FPS. Подожди. Я хочу поставить этот нагреватель Т5. Посмотри, сколько сейчас тепла генерируется. Тепло. 539 тысяч. 52. Пикокельвина в секунду. Короче, 539 тысяч. Стало... Ой, еще меньше стало. 442. Да, я разобрал. Ага. Ну, 539. 681. 617. Сейчас. 888. Я ж надеюсь, ты ставил вокруг оптимизатора, да? Ну, а где этот оптимизатор? Ну, блин, ты ж... Подожди, тепло это где? Тепло это в пустыне. Это в пустыне, где ты построил железный этот помост и поставил... Блин, я не поставил туда, прости, нет. Там нету. Я забыл. Ну, короче, сделаем в следующий раз. Можно поставить еще оптимизации... Или мы его продали? Подожди. Короче, сейчас... Подожди, а было 888, почему 856 стало? Я еще одну разобрал. Ну, там Т4 было, я их хочу заменить на Т5. Зачем мне Т4, когда можно делать получше? Коэффициент растений мы можем и оптимизация производства. То, что время требует. Не знаю, что такое 0.25, типа коэффициент или что это. Короче, давай тогда финалиться. Давай. Я всегда за финал. За правильный финал в правильном моменте. Дорогие друзья, вот такой вот эпизод. Получается, что стало еще более интересно. То есть до этого было как-то монотонно. Видите, мои приключения все-таки с рыбами, они дали ну какой-то толк. И получилось быстро перейти к лягушкам, а когда у тебя уже есть лягушки, они дают вообще килограммами эти самые животных, да, получается. Но вы сами видели, тем более я не шел по стопам, как мне предлагалось, я каждый раз переделал и говорил игре, что я умнее ее, да, и у меня пока получалось. Вот, соответственно, искать самостоятельно какие-то рецепты. Я не подглядывал, не посмотрел, вы не подумайте. Я просто вот просто выдумываю, придумываю на ходу. И это дало результат не 100%, там, а 250%, поэтому больше в секунду у нас там 3,75 килограмма животных получается. И, следовательно, мы быстрее придем к следующему этапу. И мы поставили крутой портал телепортов, и вот эта штука нам должна дать нереальный буст, потому что именно там
как раз таки должны быть все приключения, все вот эти вот неизвестные корабли, которых мы не видим на карте, но они типа есть. И проще собирать все эти кварцы и тому подобное, в общем, кристаллики, открывать портал и ходить собирать, потому что... Ну вот у меня чуйка прям, она орёт, что там стопудово будет и печатных плат дофига, и там всего будет дофига. Вот, и, соответственно, потом надо будет еще попродавать, потрейдить, накупить всякие новые штуковины. Но это будет все в следующем, даже в следующих эпизодах, поэтому на сегодня все. Как-то так. Любви вам, счастья, удачи, здоровья. Пока-пока. Пока.